К уборке зерновых приступили практически во всех районах области. Наивысший показатель молота в Упоровском – 11% от площади посевов. Урожайность по области, по данным на утро 15 августа, составила 27 центнеров с гектара. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Также аграрии приступили к уборке картофеля. Пока обработан 1% площадей, урожайность второго хлеба – 372 центнера с гектара, что сопоставимо с показателями 2021 года.